образом, процесс чистки осуществляется за счет подачи высокого давления воды, порядка 100-120 мегапаскалей. То есть опускается шланг, трубопровод ливневой канализации. На этом шланге спецнасадка, которая смывает отложения на стенках трубопроводов, пробивает какие-то иловые загрязнения. То есть этот процесс идет до следующего колодца, до следующего пролета. Затем машина переезжает, и процесс повторяется. То есть и так дальше по всей сети ливневой канализации. До конца недели будет осуществлена чистка дождеприемных колодцев. То есть, это вот на улице? Да, на улицах. Развернута полномасштабная чистка. Разработаны специальные маршруты по очистке. То есть за бригадой закреплен трактор. Также идет бригада составляет из двух человек. Очищают ту самую решетку для беспрепятственного попадания талой воды.